Президент Франции призвал к созданию независимой европейской системы обороны. Эммануэль Макрон заявил о том, что ЕС должен разработать стратегию защиты своего воздушного пространства. Так, по мнению французского лидера, можно уменьшить зависимость от США, так как стандартизация военной техники в США привела к росту зависимости Европы от этой страны. Отмечу, что Макрон регулярно призывает Европу развивать свою оборонную промышленность для усиления собственной стратегической автономии и призывает лидеров покупать оборудование, произведенное в Европейском Союзе.